Нихуя тут сложного нет. ДПС с вагон, блядь. Поначалу вообще мобы, блядь, вздыхали, не успевал второй, блядь, появиться. Да, надо быстро прям этих мобов. Пусть сначала тебя добьют этих мобов. Чтоб хотя бы один оставался на переводе, а не два, не три. Так, давайте, у меня времени нету. Мы сейчас, ну, у меня есть, блядь, 2-3 трая дать от силы, и все. Мне надо еще, блядь, душ принять и за жену ехать, блядь. Раздавайте бафы, рыба стоит, кушайте рыбу. Пристабаф, лапа, вся хуйня, в темпе вальса. Надо, чтоб люди одевались. Что это за хуйня, ебать? Мы ходим в ульду 50 лет, блядь. Лоя, 214, блядь. Недавно появился у нас обратно. Сейчас оденем его. Одеть, отмыть, блядь, нахуй. Обучить. Давай по делу. Вроде, блядь, адекватный человек. Вот общаешься когда с тобой. Но я не понимаю, ты как у этого, блядь, в литературе вот троить нахуй начинает, когда на него кричат или шо? Я просто играл давно очень. Я убивал всю эту льду. Я здесь абсолютно все ачивы делал. Я это делал 5 лет назад. Я сейчас захожу только на РТ. У меня нету времени играть. Смотри, Каш, я последний раз здесь, блядь, бегал в ульде, блядь, ну не спизди тебе, наверное, году в 12-м, блядь, на циркуле. Ну, во, я на циркуле тоже все убивал. Ну, только это было, блядь, 10 лет назад. И нихуя страшно, два раза сходил, все вспомнил, блядь. Тоже 12-й, блядь, получается, 9 лет назад, получается, что пизда был. Слушайте, давайте потом разговариваем на этот счет, уже спать хочу. Проверяйте бафы, у всех все есть. Блять, нахуя вы булите, когда еще не все подтвердили? Стойте тут, никуда не бежите. Куда вы побежали, блять? Танк, понятно, что дело, пошел. Там, когда танк пошел, стоит, пошел. С правой стороны обходим. Меточку на себя ставлю, блять. В виде, блять, я не знаю, полумесяца, блять. Стоим вот тут и бьем, блять, мобов. Поехали все, РДД, работаем. Смещаемся, левее, смещаемся, смещаемся, смещаемся. Все, новый моб вышел, забрали его, напулили. А можно диспелить эту хуйню, которая на мне висит, или нет? Нет, смещай. Я сам тут, блядь, нихуя не помню этих тонкостей, нюансов и все остальное, потому что мы это все дерьмо убивали в овергире, блядь. Да, 6-5.
Там, блядь, два фурика и два ханта дают нахуй ДПС, а как тут весь рейд, блядь. На этой фазе ни один дебаф не диспелится. Некоторые увеличивают твой урон. Ну да, например, там. Рви. Моб сзади нас появился. Смотрите аккуратно, блядь. Заберите его сразу с нас. Быстрей. Быстрей, быстрей. Хорошо. Все, остановились, тут стоим. Встаньте кучно только, чтоб лужу сзади не зацепил никто. Лок это тебя касается. И женек тебя. Стоим пока, нам тут нихуя не мешает. Дамажьте спокойно себе, все. Пошли налево потихоньку. Пошли, 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 пошли. Только не растягивайтесь, блядь, как говно по проруби. Ну вы полоской можете одной бежать? Мобов, мобов, напуливайте. Сколько как у нее там хп? Сколько там хп, блядь, у нее? Последний. 0%. Прохиливайте. Последнего моба сейчас вот этого убиваем. Прохильте рейд. Сейчас убиваем этого моба. Собирайте всех, и милики пошли, лужи пропали, милики, влетите по ним резко, блядь, дайте чуть-чуть, только не убивайте, блядь, и выйдите с мелизоны. Вот, лоу хп моб, отошли от него. Отошли, добили его РДД. Все, по остальным то же самое, подкливали чуть. Подводи моба сюда под щупальца. РДД уже побольшой, блядь. Маленьким косты сбивать обязательно. Отойдите, отойдите. От мобов, от этих... Отходим, когда у них мало хп. Просто подкливывайте их по чуть-чуть. Когда будет мало хп, отошли. Ничего сложного в этом нет. Косты можно сбивать, кстати, блядь. Все причем. По черепу дайте урона. По черепу дайте урона, РДД. Сбегайте с красной хуйней. Быстрее сюда. Кто там, блядь, в глыбе? Бежи к нему, крест. Чё ты тупишь, блядь? Я сказал с этой хуйней сбегаться, блядь. Отошли от мобов, он сейчас лопнет. Я на щупальце. Залили его. Щупальцу заливайте маленькую, быстрее. Косты есть сбивать. РДД по большой. Уже. РДД все время бьют большую. Смотрите внимательно за зелеными лучами. Мобов добили там? Нет. Добейте там 100к ебаной, блядь. Добивайте, 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 добивайте. Быстрее, моба, моба, моба. Хорошо, щупальцу ту ебаную. Щупальцем, если сбивать косты, они никого брать не будут. Смотрите внимательно за зелеными лучами. Лап, добивайте клешню вот эту маленькую. Милики. РДД большую. А чё? Бьём, 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 бьём. Не спать. Где портал? Заходим в комнату. Пошли. Суф, Хао, это вас касается. Пошли в комнату, быстро. Мобов этих всех желтых разъебать. Резко. Старфол не жалеть нихуя. Хильте главное тут, блядь. Кливайте их сильно. Хильте, 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 сейчас сдохну, блядь. Все, потушили, пошли. Где мозг? Сзади, сзади, сзади. Пошли, пошли, пошли быстрее. Бьем его. Сразу выходите. Время тихо. 9. Сколько там время? 4 секунды. Выходите. Выходите, выходите, выходите быстрее в портал. Все, вышли, 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 резко. Если не выйдете, вас возьмет в МК. От Вася, понял, блядь. Писюн чей-то, блядь. Вася в контроле, Никита в контроле. Мы что-то с комнатой проебали чуть-чуть, да, получается? Угу. На мобов найти. Долго. Поздно зашли. А мы мобов долго бьем. Нет, там поздно зашли. Не, мобов долго бьем. Когда сказали, надо выйти. Ну, все вышли, кроме Визивульфа и Васи. Нихуя себе двое. Вот это нихуя, это мало. Надо, чтобы никто не остался. Пошли в комнату, пошли в комнату. Блять, кстати, хоть один портал, все попиздили, суки. Меня выбейте, пожалуйста, из щупальца. Вася тут охуеть, блять, бегает. Мать, меня запиздили щупальца в комнате. Ага. Ну все, вайп упали. Не теряйте время. Вау. Я вам скажу так, чтобы его убить, надо здесь просидеть хотя бы часа 3. Хотя бы. Давайте еще один трай, посмотрим, как оно пойдет. Там 10 порталов, 5 слева, 5 справа.
Ну это да. Быстрее умирайте все там. Под луч зайди, сдохни. После того, как вылез босс, через 90 секунд появляются первые порталы. И через 92-е. Ну, они появляются на 90 секунд, и когда мы заходим в комнату, у нас там времени минута, правильно? Да, когда минута кончается, еще 30 секунд и следующий портал. Ну все, значит я правильно. Кто там еще живой? Глубокино. Чисто Хабир подъебал. Говорит, Морали, давай, соляру. Давай, Андрюлик, тащи. Да все уже. Не фартануло. Пацанку успел. Не повезло, не фартануло. Вот это с тремя мобами, когда мы остаемся, это вообще очко. Либо это кто-то активирует чем-то, я не знаю, либо они так ускоряются. Походу быстрее выходят, да. Не-не-не, они там не просто уже бурсты позаканчивались и все остальное. Первый, второй, третий там убивается классно, потому что у людей бурсты, блядь, есть вся остальная хуйня. Потом, блядь, уже начинается, начинать не успевать. Давай арт-стайл и мораль, побегайте. Куда? В мильзоне? Мобов побить, да, в мильзоне мобов побить. Давайте, давайте. Трай дадим, блядь, и мне надо собираться, потому что время прошло. Все-таки тех и добьют сперва. Те, что с первой фазы остались, чуваки. Потому что мы и на них отвлекаемся, и большого толку не бьем. После нормальная тикторочка добьют, и потом пойдут на большого. Ну, рейд на самом деле, блядь, ну, неплохой. Единственное, что хуёво, что у нас маловато, скажем так, из этих РДЗшников, кто нормально одет. Я имею в виду в плане нормальный рейд по количеству людей, миликов, РДД. Вот так вот, если бы мы ходили все время, и все были бы 220+, было бы охуенно. Так код здесь не сильно, блядь, сейчас, ну, в данный момент код это не самое важное, что есть или нет. Если бы все вот эти люди были там, подручные, Шевульпа, давай по делу, Лоя, Юрчела, второй лок вот этот, Кью, Паша, ну, короче, у нас, вот честно, Аверн, два ханта и нечаянно, блядь, одеты нормально РДДшники, все остальные это... Грусть, печаль, обними меня, блядь. Давайте, тянем время, крик на хп и погнали, блядь. Бафы проверяйте все. Кому что не хватает, пишите. Я могу за репликов, в принципе, зайти. Тоже у вас гильдии. Мы через 15 минут заканчиваем. Я думаю, он тут не сильно актуален. Даже не через 15, а раньше. Сейчас страй дадим и все. Юрчела, что там у тебя? Юрчела, прием. Где он стоит? Без понятия. А вон он рыбу жрет. Ну все, без него начинаем. Подойдет. Не писал ничего? Блять, нахуя вы пулите, когда люди не готовы? Ну нахуя вот это объясни? Я случайно, блядь. Все. Моб пошел, моба напуливайте. Подойдите вперед ближе, чтоб лужа не зацепила сзади. Будем тут стоять, пока бьем. Моп идет аккуратно.
Меточку на себя поставлю, да, если мы так понимаем, что никто не видит нихуя, да? Печенечка стоит, тут с печеньку встаньте кучненько, быстрей. И два шага назад, чуть-чуть. Вот сюда, отходите, 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 Женек, проснись, блядь! Стоим, дамажим, сейчас лужа пройдет, подойдем обратно. Все, подошли ближе. Стоим вот тут. Они, бля, один за одним. А, блядь, моб, потому что кто-то нахуй наступил в лужу, блядь. Смещаемся налево. Я так понял, что с координацией, блядь, ближе дальше тяжело, надо только бегать, нахуй. Вообще не понимаю, в чем проблема смотреть вокруг. Блять. Для меня это тоже загадка. Заучено уже, наверное, на дыр. Для меня это тоже загадка до сих пор, блядь. Что нахуй не получается в плане, блядь, бегать и бить. Надо, смотри, видать, на клавиатуру, то промажешь, по другую кнопку нажмешь, нахуй. Блядь, это же представляешь, если вот в комнате наличи, нахуй, ебать, это же вообще пизда всему, блядь. Я не в ту сторону побежал, ёбаный в рот, я не ту кнопку нажал, блядь. Слушай, дали больше дот по нему, быстрее, 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 задотали его по максимуму, милики вышли оттуда, во. Все, долили его. Хорошо. Щупальца бьем, блядь, щупальцем сбиваем косты. Может, большую РДД, уже поехали, РДД, уже поехали по щупальцам. Помню потом. Сбежали с этой хуйни. Только РДД их бьют. Щупальцы мелкие бьют милики. Косты сбивайте щупальцем обязательно. Сбежали с пнаком красные лучи. Быстрей. На двух танках. Хорошо. Большую РДД добивайте быстрей. Сука, поебись нахуй. Ебашьте маленькую быстрей. Ебашьте маленькую быстрее. Смотрите внимательно. Сейчас скоро будет комната. Через сколько комната? Пишет у кого-то? Нет, мне не пишет нихуя. От луча отойдите. Отходите от зеленого луча, блядь. Разбейте щупальцу, которая меня держит. И вторую, соответственно, тоже. Быстрее. После луча комната будет. Вот, комната. Заходим в комнату, кого назначали. Быстро, быстро, быстро. Разъебать всех мобов. Быстрее, 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 быстрее. Хорошо, убиваем, убиваем нахуй этих мобов. Прохиливаем, прохиливаем, прохиливаем. Васек, щитуйте, блядь, нахуй. Где, блядь, прохил, нахуй? Пошли в мозг, резко, блядь. Сколько у нас время? Мне не пишет, нахуй. 30 секунд? 25 секунд. Дамажим, 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 дамажим. Не вижу, сколько осталось? 18, вот это правильно? 16, 15, 14. Дамажим, дамажим. Дамажим до 5 секунд, потом убегаем. 10. Пошли, выходим, 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 быстрее, в портал все. 5, 4, 3, 2. Нечаянно отъехал. Вася, подними нечаянно. Забафали его сразу. У кого мало здравомыслия, заходите на синюю на зеленую хуйню, пополняйте его быстрей. Оно быстро там заливается по 20. Щупальце резко заливаем. Щупальцу быстро. Косты ей тоже сбивать. Быстрей. Сейчас будут скоро порталы, надо будет заходить. Мелкая заду, ё. Быстрей убили. Кост ей сбить. После next лучше будет порталы. Заходим, заходим, заходим. Быстрей, кого назначали, заходим. Владимир. Ага. Быстрее, быстрее, быстрее заходим все. Ломаем щупальца резко. Хильте, блядь, как цари тут в комнате. Вася. Потей. Подключи там призму лунную, блядь, вся хуйня. Пошли быстрее, блядь, в мозг. Быстрее, быстрее, быстрее. У нас времени 30 секунд есть ее подамажить. Тут фрейм какой-то сумасшедший. Дамажьте ее. Когда замораживаются щупальцы, все только большое бьют. Дамажьте, по мозгу тут усиленный урон. Нам надо, блядь, быстрее его запиздить. Мы очень долго тут в комнате находимся. 10 секунд. По
Подходим к проту. Выходим, 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 выходим. Быстрее, чтобы никого в МК не взяло. Быстрее выходим. Помогаем людям, блядь, убивать щупальца, пополняем здравомыслие, чтобы никто кого в МК не взяло. У кого там, там 60, 50, заходите, пополняйте. Надо зайти, поставить 3-4 секунды, но раз плюс 20, раз плюс 20, все. Все, соточку пополнили, вышли. Там урон еще снижается на 50%. Щупальца заливаем резко. Все косты щупальцам сбивать, сало в них кидайте, всю херню. Одного хила можно спекать смело, что-то тут вообще хилить не надо. Саша, давай потом, блядь, про свою тетик. Вы как вот это начинаете пиздить, зашли комнату. В комнату. Хилить не надо, хилить надо, изи, блядь, хуяк, блядь, вайп нахуй, блядь. Вот это изи, блядь. Быстрее, 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 щупальца залить. Слева я один, блядь, бью. Где люди, блядь? Большой захильте. Один. Заливайте быстрее, последнюю, пошли, блядь, мозг бить. Быстрее, быстрее, пошли. Что-то вообще, блядь, мозг мы, блядь, еле бьем, нахуй. У него 60% только, блядь. Ну он за 4 раза должен зайти, за 4 захода. Ну у нас сейчас третий, блядь, нахуй, у него только 50%. 10 секунд. 9, 8, 7, 6. Выходим, 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 быстро. Мы за 4 не успеем его убить, у нас где-то, наверное, будет минимум 5. Щупальца играем. Косты им сбивать, повторяю. Всем щупальцам обязательно сбивать косты. Все. Пополняйте здравомыслие, чтобы никого не взяло в МК. У кого мало, заходите, пополняйте, блядь. Черепок вешается, от него отбегать надо. Лапа вот вышла, блядь, убивайте ее. Смотрите, сейчас будут порталы скоро. Сколько там до портала, блядь? Мне что-то ДБМ нихуя не пишет. Пишет нихуя. Вон они. Задрочили. Вот, 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 пошли в порталы. Пошли в порталы. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходим, блядь, убиваем эту хуйню всю. Резко. В портал зайдите, мне все посажало. Зайдите кто-нибудь в портал. ДД какой-нибудь. Хилимся, хилимся, хилимся. Не терять никого, блядь. Пошли быстро в мозг, он сзади. Что-то милики не бьют щупальцами. У нас все милики, блядь, в комнате. Не в комнате, но. Кабли. Вы можете бить щупальца, пока они бьют мозг. Так, 10 секунд. Готовимся выходить. Выходим, выходим, выходим. 5 секунд. Вышли, вышли, вышли быстрее. Щупальца понятно. Хуярим. Вышли с комнаты, сразу щупальца потушили. Быстро все. Здравомыслие пополняйте обязательно. Те, кто в комнату будут заходить, чтобы заходили почти с соткой. Быстрее щупальцу, касты сбивать. Все косты щупальцем сбивать. Я же заебался это повторять, блядь. Зашли, пополнили быстро здравомыслие. Получаем мне топ. После лучей портала будет, после лучей сразу портал. Да, пополняйте себе здравомыслие. Подходим сейчас, блядь, к мозгу, блядь, к этому к йогу ебаному, блядь. Сейчас будет порталы новые. Черепок. Готовимся. Вот лучи. Лучи, через 3 секунды портал, пошли, пошли, пошли в портал, быстрей. Блять, страх ебаный. Сука. Подхильте меня. Быстрей, 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 тушим нахуй. Последнюю забить. Прохильте, прохильте, прохильте меня, алло. Все уже. Давайте, надо мозг, блядь, убивать. Заебала эта хуйня, блядь. Процент. Что, все? Все, вышли. Все, выходим, 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 выходим. Смотрите все. Сейчас будут выходить мобы. Танки собирают мобов. Милики все бьют мобов. РДД все бьют босса. Кучу, блядь, встаньте. Встаньте в кучу все. Метку на себя ставлю. Быстрее, не теряйтесь, блядь. Отвернитесь, а отвернитесь, отвернитесь от него. Когда каст происходит моба, от босса отворачивайтесь. У кого мало здравомыслия, забегайте, пополняйте. Не стесняйтесь, блядь. У меня вот 45, надо пополнить, блядь. Быстрее мобов сливайте, милики. Мобов бьем быстрее, ну, милики. Да. Просто стойте, блядь, к боссу спиной и дамажьте их, блядь, и хильтесь. Они же уже не взрываются тут, правильно, блядь? Нет. Это ж не те мобы, блядь. До 1% торим их добьет.
У нас Гер же есть, да? Давайте Геру. Дамажим, 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 дамажим. Эти Квин, блять, я не могу Квина похилить, я понял. Милики, бьем мобов, стоим спиной к боссу и просто кливаем их в лицо. Отворачиваемся, 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 не стесняемся, блядь. У кого есть БР? Ни у кого, да? Суфа есть. Блядь, слишком дохуя моба, блядь. Одного какого-то до процента. Суф подымал, блядь, нечаянно. Ханты, помогите нам мобов залить. Дайте сюда трапы, хуяпы, блядь, все дерьмо, блядь. Помогите быстро залить мобов. Только ханты. Все остальные также бьют босса. Только ханты. Милики и ханты. Блядь, там бой даже ебет. Там... Пал, забери с него пару мобов. Меня, блядь, ебут мобы. Заберите нахуй мобов, быстрей. Напуливай рога. Помогите, свичнитесь, убить их до процента надо. Бегайте, свич все по мобам. Все свич по мобам, быстрей. Отвернитесь. Все мобов, все РДД, все мобов, быстро, блядь. У них слишком дохуя, блядь, трясается ХП. Мы не успеваем их залить. Быстро все по мобам. Танков там уже ебет, нахуй. Быстрее мобов, быстрее, 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 быстрее. Все по мобам заехали. Собирай новых. Мобов, мобов, Квин, мобов, мобов. Мобов, мобов, мобов. Добивайте вот этого, у которого, блядь, понты ХП, блядь. Все, РДД, поехали по боссу дальше, опять. Отворачивайтесь. Сука, близко подошел. 2 минуты моба, персона, моба, уже забирай. Сейчас. Саш. Просто алын босса, у нас 2 минуты персона. Нет, нет, много ХП. Мы сколько тут стоим, сколько мы выбили ему, блядь? 13%, блядь. Рано, нахуй. Мобы, блядь, запиздят танков, и мы, блядь, просто сдохнем. У нас сейчас... Надо сейчас заливать мобов, свичиться по мобам, потом, когда останется до персы минута, блядь, где-то, даже чуть меньше, блядь. Надо тогда all-in по боссу, блядь. Вместе сдавайте гин. Гин, блядь. Пополняйте здравомыслие, у кого мало, блядь. Бля, ну мы не успеем, мы вообще приступаемся. Минуты 30. Саша, я очень рад, что мы не успеем. Что мне, блядь, сделать? Скажи мне. Ну нахуй эти разговоры. Ну я и так все вижу, блядь. Мы не успеем выбить ему нахуй 9 лямов, блядь. Мобы сейчас съедят танка. Заезжайте все по мобам. Убейте сейчас мобов, блядь, всех. Потом будем играть на все бабки по боссу. Все по мобам, быстро. Я все вижу, блядь, Саша. Я в глаза не ебусь. У меня со зрением все в порядке. Мы, блядь, по хорошим делам пятый раз его нахуй бьем за все время. Заливайте моба последнего и пошли на все бабки в босса, блядь. У кого мало здравомыслия, пополнили, потом в босса поехали. Слышишь? Ебашьте босса на все бабки, блядь. Пополняйте здравомыслие быстрее и по боссу. Давайте, 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 не стесняемся, пиздим его. Близко к нему милики не подходите, он откидывает. Давайте, ребят, 6 лямов в 30 секунд. Домашний, да, домашний. У нас ДПС апнутый тут, мы должны нормально бить. Отворачивайтесь. А где ДК? Не знаю. Сколько ему надо ставить процентов, блядь? 0. А, мобу 1. Да не мобу, блядь, боссу. 0? Боссу 0, да. О! Ну, женёк, нахуй. Все. Ну, по хорошим делам, если б люди не сдохли, мы бы его убили. Да нормально, все поняли, вроде. Следующий трай победный. Да. Следующий трай победный без меня, мне уже ехать надо. Нёк. О, ля нахуй. Завтра можно зайти его тройнуть, блядь, разок и пиздец. Женек, тебе надо было здравомыслие пополнить, чтобы тебя контроль не взяли.
Я тебе сказал, блядь, здравомыслие, когда спускается к нулю, берет в МК, надо зайти в зеленую хуйню. Что нахуй непонятного, Женя? Ну я этого не говорил. Я это говорил 50 раз. Я вам скажу так, если бы мы нормально били б мозг, все бы заходили вовремя, а все остальные хуйня, мы бы его запиздили. Потому что мы, блядь, на лишнюю комнату потратили лишнюю минуту, и мы бы его убили. Так, ладно. Что по ИП? Заторима 150, завезокса за то, что мы его первый раз убили. Сколько надо, я не знаю, сейчас решим, блядь. Так, ИП, ИП. Массовое начисление ИП, Ульдуар. За приход я тоже, кстати, не давал, да? 150, 200. Давайте пятихатку дам за Везекса.